Отмена 20% районного коэффициента, а точнее его вложение в оклад и повышение зарплаты на 5% для многих опрошенных читинцев показалось не лучшей идеей. При этом каждый из опрошенных так или иначе называет разные причины. Говорят, что отменят коэффициент, но повысит базовый оклад. Поэтому, видимо, это компенсируется каким-то образом. Посмотрим. Хотя, посмотрим. Как всегда у нас бывает, что в итоге получаем не то, что ожидали. Отрицательно глубоко. А почему? Ну, во-первых, я жил в Советском Союзе, и как-то он материально поддерживал нас. Ну и условия у нас, сами видите, какие погодные условия. То есть я категорически против и сохранить районный коэффициент. Даже при возможности увеличить его. И тогда отток будет меньше населения, заинтересованность какая-то будет глубже. То есть мотивация налицо будет. Ну, я думаю, что система уже сложившаяся годами. То есть, и как практика показывает, когда она что-то отменяет, то становится только хуже потом. То есть никто не знает, что будет без этого коэффициента. Люди уже к нему привыкли. А как думаете, какой-то альтернативный вариант есть? Альтернативный вариант – надо просто развивать край, создавать новые предприятия. Тогда будет конкуренция за рабочие места и будет повышаться зарплата сами собой. Наверное, должны продумать кто-то. Мы-то вот медики, честно говоря. Нам об этом как-то… Мы зарплату получаем, да? Ну и должны подумать о нас все равно. Не только свой карман, извините, набивать. У них зарплаты достойные. Однако были и те, кто считает, что нет ничего плохого в отмене районного коэффициента. По их мнению, это нормальная и необходимая мера. Если надо, то пускай отменят. А почему? Сейчас война идет, деньги нужнее там. То есть мы сможем как-то и без него живем. О районном коэффициенте речь идет ограниченно. Только тот, который в 2008 году назначили наше, значит, законодательное собрание. А все остальные районные коэффициенты, вот 1 и 2, 20%, они остаются. Так и будут, не надо волноваться. А отмены того коэффициента, как дополнительно 1,4, то есть 20% убирают, это коснется примерно 100 тысяч человек. Это в основном чиновники и работники бюджетной сферы в ряде районов. Вот. Поэтому особенно волноваться не надо. Тот, кто получает 1 и 2, так и будет получать. Ну а те, кто получает больше 1 и 4, то вот эту разницу будут включать, как нам обещают, будут включать уже в оклад. Ну, я думаю, что это не так страшно, и это коснется очень немногих. Ну, в смысле, если расценить по всей, кстати, всему населению, то, ну, где-то 100 тысяч человек. Напомним, в феврале 2023 года вице-премьер Андрей Кефер впервые поднял тему районного коэффициента. По его словам, региональная надбавка к зарплате утратила свою функцию и теперь стала причиной того, что в регионе одни из самых низких зарплат. На встрече с членами Федерации профсоюзов региона он заявил, что зарплата бюджетников при отмене коэффициента не упадет, так как надбавку впитают в оклад, повысив ее на соответствующий процент. В конце марта министр социальной защиты населения края Дмитрий Семенов подробно рассказал, как заработные платы бюджетников вырастут в случае принятия закона об отмене региональной части районного коэффициента. Екатерина Пешкова, Григорий Анипер, Анатолий Тюльнев, Павел Карпов, РТК Забайкалье.